Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о передаче уреоплазмы орально. Действительно, через оральный секс многие интересуются, можно ли передать уреоплазму. Ответ – можно в ряде случаев, но не всегда. Что значит «не всегда»? Дело в том, что при оральном контакте, что с мужской, что с женской стороны, уреоплазма может проникать в ротовую полость и жить там от 14 дней до месяца. Соответственно, в этот период после контакта с инфицированным пациентом уреоплазмой, пациент, получивший уреоплазму орально, может заражать и других партнеров своих. Если половой контакт произошел в этот 14 максимум месячный давности период, соответственно, заражение уреоплазмы возможно именно через оральный половой контакт. Именно поэтому при оральном половом контакте необходимо предохранение, так же, как и при контакте обычно. Соответственно, что делать, если все-таки оральный контакт был и вы могли заразиться уреоплазмой? На ранних стадиях необходимо провести профилактику от уреоплазмы. Это промывание мочеполового канала. При оральном контакте с вашей стороны это промывание горла. И однократно, соответственно, укольчики, таблеточки. Это является профилактикой уреоплазмы. Даже если вы заразились, она погибнет в течение 1-2 ближайших дней. В случае, если время прошло достаточно длительное, до недели, в таком случае необходимо взять уже анализы. Анализы включают в себя ПЦР-анализ на уреоплазму, вот берется таким урогенитальным зондом, соответственно, берется изо рта в нашем случае и из половых органов. Желательно взять в разные пробирки, чтобы знать, в какой конкретной локализации уреоплазму лечить. Берут на все три уреоплазмы: уреоплазма парвум, уреоплазма специс, уреоплазма уреолитику. Если нужно определиться с лечением, если это хронический уреоплазмоз, берут дополнительно посев на уреоплазму с этих же локализаций. После этого назначают лечение уреоплазмы, уже полноценное, которое длится от 10 до 20 дней, включает в себя укольчики, таблеточки, местные процедуры и так далее. При любой возможности передачи уреоплазмы, в том числе оральной передачи, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве к опытным венерологам. В случае возможности заражения и небольшого периода от момента заражения вам проведут профилактику от заражения уреоплазмой. В случае, если от заражения произошло 7 дней и более, это уже проведут полноценные анализы и при обнаружении уреоплазмы назначат комплексное лечение. У нас имеются все анализы на уреоплазму, включающие в себя мазочки ПЦР, посев, кровь. В случае обнаружения уреоплазмы венеролог сразу же назначает комплексное лечение. Кроме этого, венерологи нашей клиники обладают авторской безболезненной методикой забора мазков из уретры у мужчин, в том числе на уреоплазму. Поэтому при любом заражении уреоплазмы ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.